Всем привет, меня зовут Катя Лисич, я художник, блогер и просто живой человек, который любит посмотреть фильмы, хорошо отдохнуть и почитать книги. И о книгах сейчас речь пойдет, а точнее об одной книге, которую я только что прям закончила читать, и хочется сразу закрывающий тег поставить, обсудить эту книгу вместе с вами. Если вы ее читали, то присоединяйтесь. Это книга, которая давно ходила вокруг меня, много о ней было разговоров, но очень часто за какими-то бестселлерами я иду в самую последнюю очередь, чтобы в этой очереди не стоять, видимо. Но тут звезды сошлись, и я прочитала книгу мамы Илона Маска «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни». Мэй Маск. Прекрасная Мэй на обложке, не особо она меня вдохновляла, но что-то как-то вот надо было почитать, добавить в свою практику что-то такое женское, и я взялась за это дело. Поделюсь сейчас, какие были впечатления, что я из себя вынесла, и стоит ли вообще прочитать эту книгу. Я приступила к прочтению, и книга читается довольно-таки легко. Я такая вся в предвкушении разных мотивационных историй, потому что я люблю вот такие биографические темы, истории успеха, почитать, чтобы вытащить что-то интересное, вдохновиться. И я ожидала этого от книги Мэй Маск. Мэй Маск, Мэй Маск. Я очень плохо запоминаю имена. Но вначале я читала и думала, господи, что это такое? И у меня складывалось впечатление, что вот эта женщина, это просто мама Илона Маска. Илон Маск, да, у нас крутой, но это вот, что это такое? Я очень не люблю бросать книги на полпути, делаю это очень редко, и здесь спасло книжку то, что она не особо большая по объему, поэтому я думаю, ну, почитаю еще, хорошо засыпается под нее. В общем, складывалось ощущение, что Илон просто маме решил сделать такой подарок. Мам, давай я книгу тебе напечатаю, и будет она бестселлером. Давай, вот, все это вот тебе на день рождения. Кто такая Мэй Маск? Модель, нутрициолог, но нутрициолог, наверное, стоит поставить первым в списке, потому что, забегая вперед, женщина очень много времени и сил посвятила именно своей профессии основной. Моделинг у нее был как дополнительный источник заработка, который, конечно, очень ей помог в ее карьере. И это мне как раз понравилось, потому что я люблю, когда человек занимается какими-то разными сферами деятельности и миксуя вот их в одно, в себя инвестируя, получается очень классный, необычный микс, такая вот правильная селекция. Я всегда говорю про то, что развиваться нужно в разных сферах, даже если вы там занимаетесь фотографией. Пробуйте, экспериментируйте, изучайте какие-то другие сферы, которые вам тоже приятны. Например, вы любите животных, погрузитесь в это. Может быть, вы уйдете в анималистику. Короче, это абсолютно классно. Здесь еще моделинг и питание прям вот, ну, хорошо. Ну, и вот продолжаю я все это читать. Какие-то примитивные такие советы, как общаться, как одеваться. Что никогда ничего не поздно, даже в одежде. Что Мэй очень пунктуальная, ответственная, и это всегда выигрышно работало на нее, но это естественно, это всем людям бонусом будет всегда не только в копилку, так сказать, но и в карму. В общем, потихонечку начинает раскрываться, что у нее очень много таких правильных качеств, вспоминается книга «7 навыков высокоэффективных людей». Вот мне кажется, Мэй может проиллюстрировать эту книжку, потому что действительно есть «но». Это начинаешь вытаскивать из книги намного позже. Не самых первых страниц. И вот это вот меня сначала напрягало, но потом я втянулась в эту книжку. Про макияж тоже она там пишет. Про осанку, что это семейное. Мама там танцевала, папа тоже так себя хорошо держал. В общем, много каких-то таких простых истин, но пока это не складывается во что-то такое вау-эффектное, почему книга хорошо продавалась. Читала я и думала, что хорошо только 300 страниц вот у меня в электронном ридере. И вот дальше, когда заканчивается вся вот эта вот череда простых истин, начинается самое интересное. И, вы знаете, я втянулась. Наверное, где-то на середине книги я совершенно по-другому взглянула на эту женщину, и мне хотелось ругаться, почему с самого начала нельзя было раскрыть нам личность вот просто в классическом формате автобиографии, как она жила. И зато я теперь знаю, что у Илона Маска 5 мальчиков. Ну, было на момент написания этой книги. Я слышала раньше, что у Мэй Маск была непростая жизнь, и начинает она в книге описывать свой развод, вообще, как она выходила замуж. Это просто был какой-то бред. Нашла себе какого-то супер-мега-токсичного, неадекватного мужика, с которым вроде как бы разошлась, а он в итоге приехал к ее родителям и сказал, что она согласилась
собиралась выйти за меня замуж. То есть он ей предлагал, она его послала, но он сказал родителям, что нет, все будет. И родители предложили организовать двойную свадьбу ее сестры и вот их. Но Мэй была вообще не в курсе, и, короче, она вышла замуж, потому что, ну, как бы, ну, ладно. И вот этот брак, конечно, был полной задницей. Она там пишет так коротенько, но понятно, что человек действительно был какой-то неадекватный. Даже в сериалах, мне кажется, такого не встретишь. Она находилась в браке перманентно беременная, родила трех. И, слава богу, вышла из этих отношений, тоже было непросто, потому что дети, постоянно еще и как-то работать, а муж ей это не позволял. В общем, это действительно очень интересно и необычно, и мне нравится, как она это все рассказывает. Не из какой-то жертвенной такой позиции, а вот как-то очень по-дружески. Вот как начинала она спокойненько так вот рассказывать про то, как надо осаночку держать, про стиль в одежде, про макияж, и тут вот как за тобой муж с ножом бегал, и как она вот из этого всего выходила. Вообще, конечно, вот именно сценарий книги вызывает у меня вопросы и после прочтения. И еще дальше начинается повествование про ее родителей. И вот тут у меня сложилась вообще полная картинка. Иногда, чтобы вот узнать человека, есть фраза типа, чтобы рассказать, кто ты, покажи мне полку твоих книг или что-то типа такого. Вот здесь это правило тоже срабатывает, потому что по тому, кто твои родители, какие они, какая у тебя была семья, очень сразу четко понятно, что ты за человек. У Мэй была большая семья, у отца был кукурузник, он причем случайно его купил, увидел и сказал, все, я хочу самолет, и у них денег особо не было, была машина, и он, в принципе, поменял просто тачку на этот кукурузник, и они постоянно на нем летали, и с новорожденными детьми, короче, это просто что-то. Когда я читала про семью, мне хотелось отдельную целую книгу про то, как они все росли. Потому что там, конечно, потрясающие истории про их путешествия, как они искали какой-то затерянный город. Вот у отца была мечта его найти, но это был просто повод скорее для того, чтобы путешествовать, потому что все безумно кайфовали, даже если не приходили к какой-то цели. И весьма такой мифической. Там мама, конечно, просто потрясающая. У них, по-моему, 5 было детей. И они там ездили в пустыню, кто-то там часть на кукурузнике, кто-то на автомобиле, и мама с собой брала, в общем, она там пекла для них какие-то булочки сладкие, то есть просто в пустыне, в таких это все полевых условиях, что вот думаешь, блин, как потрясающе люди жили, как они брали с собой книги, читали, там семье вообще было принято читать. В книге даже есть фотография, где все сидят такие с книжечками, вот. Это просто потрясающе. Я сидела и думаю, блин, какая милота. И сразу вспомнила, что без телефонов-то жизнь есть. Как важно сейчас некоторым детям это внушить. Забрать у них нафиг гаджеты. Еще там была классная история про то, как они ночевали в пустыне. И самый младший, он у нас спал в машине, потому что здесь тигры ходили, и было опасно его оставлять, потому что он самый маленький, самая, типа, лакомая добыча для хищника. Я такая думаю, нормально. И Мэй сама пишет, типа, я вот сейчас уже понимаю, конечно, весь формат, но всегда была какая-то уверенность, было какое-то спокойствие, и я думаю, что это вот действительно залог крутых, правильных таких родителей, которые любят жизнь, ценят ее, любят семью, своих детей. И благодаря тому, что вот была у них в семье такая потрясающая атмосфера, такая поддержка внутри, что и вышли из этой семьи потрясающие классные люди, потому что Мэй и упоминает свою сестру, опять же, детей, и то, как они потом там собирались. То есть семья для них главная. И вот в самом правильном смысле, не фанатичная какая-то вот эта тема, а действительно, когда у тебя семья, это, знаете, как отношение вот к родовой, наверное, всей своей истории, когда ты просто в глубине, в базе имеешь огромное уважение к тем людям, которые тебя создали. И к твоим братьям, и сестрам, и к детям, и к внукам. Это, конечно, потрясающе, потому что очень редкое, мне кажется, сейчас это явление. Ну, у нас, я думаю, в стране институт семьи похерен был, сейчас пытаются это все как-то восстанавливать, что хорошо, но вот когда я встречаю подобные истории, когда действительно вижу маленькую такую, даже не компанию, вот действительно семью. Потому что компанию, как раз если назвать семьей, то вот это большой комплимент. А здесь, да, все-таки ключевое и первичное — это
семья. В общем, еще раз повторюсь, я бы хотела прочитать вот про их путешествия, потому что, мне кажется, это было потрясающе, с учетом того, сколько они с собой таскали детей всегда. Еще раз поклон этой женщине, маме Мэй, которая всех детей таскала, как четко у них были все роли распределены, что все в итоге. Там, конечно, были какие-то конфузы, но все супер. И я представляю, как во время таких путешествий, когда у тебя минимум вещей, когда у тебя, в принципе, нет никаких условий, там, души, ничего, все может сломаться, как ты включаешь свой креатив, свою находчивость, вот это вот ощущение, точнее, не ощущение, вот эту вот базу, в которую тебя заложили, что ты всегда можешь, ты всегда решишь какую-то задачу, которая перед тобой встанет, вот это вот классно. Мне кажется, именно такие трипы, они и задали вот эту вот силу характера, вот эту стойкость, и что особенно ценно, она такая правильная женская. То есть, когда читаешь книгу, не складывается, что это какое-то мужеподобное создание, такое быстрее, выше, сильнее. Нет, тебе пишет, рассказывает свою историю действительно женщина, сильная, уверенная в себе, без вот какого-то такого растиражированного налета этого слова. Так, нам тут пришлось поменять батарею, фотоаппарат немножко подустал. Собственно, про семью, мне кажется, можно бесконечно говорить. Давайте мы немножко перейдем к Мэй, как она стала моделью. Произошло это совершенно случайно, когда она училась в университете, был конкурс красоты, и ей предложили, типа, поучаствуй, а она тогда еще там рассталась со своим парнем, короче, все у нее такое было, она такая, ой, ну, типа, ладно, и выиграла. И именно тогда модельное агентство ей предложила контракт, и понеслось, закрутилось, и она пишет, что это был классный дополнительный заработок, и это было очень удобно. То есть в книге нет чего-то такого про там софиты, я такая звезда, нет, у нее действительно это было как работа, я думаю, что в этом и есть успех, в ее, опять же, ответственности, что она не закрывала какие-то свои боли при помощи профессии модели, потому что, ну, логично, что некоторые идут там в Инстаграм звезды и прочее для того, чтобы там не то что потешить свою самолюбие, действительно закрыть определенные травмы, получить какую-то любовь, которую они не получили в детстве. Вот у Мэй этого нет. Она подходила к этому изначально, то есть случайно, так сказать, попав, и понимая, что на этом можно получать деньги, что у нее это хорошо получается, что она ответственная, а это очень ценится вообще. Опять же, 7 навыков высокоэффективных людей, вот это все про Мэй. Поэтому у нее там хорошо и шло. И в моделинге, на мой взгляд, как и везде, работают не только внешние твои данные, но больше как раз тот комфорт, который ты можешь дать, то есть тот сервис, который ты оказываешь не только своим внешним видом, но и то, как ты именно работаешь, во сколько ты приезжаешь, как ты ответственно ко всему процессу подходишь, как ты коммуницируешь в итоге с людьми. В общем, у нее с этим было все ок, и неудивительно, что она в итоге попала на обложку, точнее не обложку, а стала лицом CoverGirl косметики, которая, в принципе, была молодежной, насколько я помню. Я изначально думала, что это тоже как, типа, это мама маска, мы давайте ее сделаем лицом, а вот нет, нет, не все так просто, как кажется. Но с моделингом, кстати, возвращаясь к ее браку, когда она вышла замуж, у нее не получалось работать моделью, потому что муж у нее был очень ревнивый, и вообще в браке она безумно там толстела, потому что перманентно ходила беременная, муж ее избивал, и я даже себе сохранила цитату, он сказал, что если я когда-нибудь с ним разведусь, то он изрежет мне лицо бритвой, а детям прострелит колени, чтобы мне пришлось воспитывать 3 инвалидов и никогда больше не работать моделью. Все понятно про человека, за которого эта женщина вышла замуж. Тут я, конечно, немножко начала копаться, думаю, так, а почему, вот вроде бы так все классно, вот что, вот как так звезды сложились, и что надо было человеку, какой опыт получить, и для чего, чтобы вот в такое ввязаться, но это уже к астрологам вопросы. Но, слава богу, конечно, у нее все успешно в итоге сложилось, не все сразу было, все это тоже тянулось, потому что финансовые вопросы стояли тоже остро, там чувак очень хорошо зарабатывал и всячески как-то подстраивал, чтобы Мэй было хуже. Например, она, когда отдавала ему детей, и они куда-то ехали отдыхать, либо просто вот в город к нему на каникулы, она, естественно, собирала вещи, и он привозил обратно детей без вещей. И ей приходилось заново все покупать, потому что он там ничего, короче, не давал, или я не знаю. Ну, в общем, проблемы с деньгами были, и ей приходилось крутиться, вертеться просто ахтунг как. Ну и также параллельно она потихонечку начинает рассказывать про то, как дети росли, какие у них были успехи, и мне очень нравится ее подход, как она
она поддерживала детей, опять же, возвращаемся к ее семье, то есть она всегда это видела, и ей не надо было каких-то книг читать про то, как правильно воспитывать детей, потому что она сама росла, на мой взгляд, в идеальной среде, и просто у нее был такой пример, как надо делать. Точнее, это не пример, когда мы так растем, для нас другого и не существует. Поэтому здесь очень логично, что дети выросли очень талантливыми, очень уверенными и много делали. Так Илон Маск, по-моему, с братом или с другом в 12 лет написал игру и опубликовал ее за $500. Тогда, причем, с деньгами у них было не очень, и это прям вообще такая история. И это так классно, когда твой ребенок в таком возрасте уже что-то такое сгенерил, прям... И самый прикол, что именно мама отправила эту игру в какой-то там журнал, и даже не узнали в издательстве, что это сделал именно ребенок. То есть они там что-то опубликовали, то ли продали эту игру, ну, неважно. Суть в том, что именно сама Мэй поддержала ребенка, поверила в это, потому что могло быть все иначе. Так, что-то ты там сделал, какую-то фигню, ну, типа, куда хочешь, туда и девай. Но нет, Мэй поступила по-другому, и что еще раз нам показывает, блин, верьте в своих детей, поддерживайте их, если вы в чем-то даже не разбираетесь, ну, возьмите на себя смелость побыть дураком и предложить кому-то что-то, возможно, дурацкое, а возможно, это как раз будет топчик и прорыв. Если вы в этом не разбираетесь, пусть это оценят специалисты. Но поддержка вот эта родительская, она, конечно, потрясающая, и она нужна. В книге Мэй много пишет про переезды, постоянно они куда-то что-то там мотались, и с работой ее, и с обучением, и это, конечно, накладывало тоже определенный список новых дел, потому что как диетолог она нарабатывала себе базу клиентов, потом куда-нибудь уезжала, где вообще телефонов нет и как работать, и она тоже тут молодец. Она понимала, что ей нужны люди, нужна коммуникация, и она организовывала встречи диетологов. То есть вот ты приезжаешь в какое-то место, никого не знаешь, но где-то специалист, хватайся за это. Ты диетолог, организуй какую-то свою встречу, сразу со всеми познакомишься, сразу себя покажешь. Короче, она прям действительно молодец. Но самая классная история с переездом, на мой взгляд, была, когда они собрались в Канаду. Илон сказал, что нам надо в Канаду. И Мэй туда поехала. У них был дом, она там жила со своей дочкой. И поехала, чтобы найти там институты, потому что у нее шло обучение. Она постоянно там учится с этой диетологией, нутрициологией. В общем, через 3 недели, когда она вернулась, ее дочка... несовершеннолетняя еще, по-моему, ей было там 13, я не знаю, записала, 15 лет. Короче, она продала дом, мебель, все-все распродала, Мэй осталось только все подписать. Но здесь, я думаю, тоже такой важный момент про какое-то единство, про то, когда ты чувствуешь, вот, что происходит во всей семье и к чему вы готовы, куда вы движетесь. Потому что Мэй пишет, что я никак не рассердилась, ничего, я просто была немного в шоке, но мы действительно планировали это, и она просто помогла придвинуть эту реализацию ближе. Короче, и дети там тоже такие активненькие. Класс. И вообще мне очень понравилось, как про переезды она пишет, насколько они полезны. Конечно, это тяжело, но все возможно. И сколько пользы приносит понимание даже в плане вещей, бытовых каких-то историй, чем ты пользуешься, чем не пользуешься, что для тебя важно. Если смотреть даже с точки зрения работы мозга, подобные темы очень полезны. Они отодвигают вас от деменции. Альцгеймер пока, потому что это действительно мощная работа. Переезд вообще в другую страну, вся эта логистика, найти себе новое место работы, документы, начинать впитывать менталитет. В общем, неудивительно, почему эта женщина в таком расцвете сил, потому что она своей активностью, своими движами и переездами в том числе постоянно развивала себя, постоянно давала себе вот эту вот энергию жизни. Также она там затрагивает темы свиданий. Сейчас, как я поняла, на момент написания книги у Мэй никого не было. Она там и пишет про одиночество, что... наедине с собой ей вообще прекрасно, и в целом она не наедине, потому что у нее огромная семья, дети, внуки, собака там была у нее, может, сейчас еще новая появилась. Но сейчас вообще у нее там соцсети, работа, точно у нее с коммуникацией все в порядке. И ей даже было в кайф, когда все съехали, и она осталась в квартире одна. Она такая, о боже, мой, неужели я могу там даже голая походить по квартире спокойно. Ну вот как-то на личном фронте у нее не складывалось тогда, может быть сейчас уже сложилось, не знаю. Но может и не надо это уже человеку, ей, мне кажется, безумно классно, у нее огромная семья, она вообще огромная молодец, и мне вот эта вот часть
после вот этой вот такой вступительной, нудной, безумно понравилась, я очень ей прониклась, и у меня действительно такое огромное уважение, и первое впечатление о том, что это просто мама Илона Маска, оно ушло, и я понимаю, почему Илон Маск такой классный, потому что заслуга вот огромная, конечно, их родителей, какие они молодцы. Ну и последняя, 1/4 книги осталась про здоровое питание. Тут я вот прям быстро-быстро старалась читать, потому что не особо мне эта тема актуальна, точнее, она мне актуальна, я ее сама постоянно мониторю в последнее время, там много читаю и, естественно, много сама изучала для себя этот вопрос и на себе практиковала. И вроде как нам тут диетолог, нутрициолог повествует все. Но у меня, конечно, тоже вопросики, то есть понятно, что много и глобально она в книгу не запихнет, то есть опять же мы получаем такие общие советы, там есть по чуть-чуть, побольше фруктов, овощей, простая еда, тут я, конечно, с этим согласна, здоровая пища действительно это максимально простая, с минимум термической там обработки. Все должно быть в балансе, в общем, все такое стандартное. И я уже упоминала о том, что она поправлялась там до 100, по-моему, килограмм или больше. И пишет Мэй, что она вообще склонна к полноте, и ей прям очень надо следить. И если она там вот съест коробку конфет, вдруг ей очень-очень захочется, то это сразу плюс 1,5 килограмма, которые она потом неделю будет сбрасывать. Но с возрастом действительно намного тяжелее. Упоминает, что для правильного питания, для того питания, которого вы хотите придерживаться, это уже от меня поправочка, нужно планировать еду. Тут я совершенно согласна, потому что сама в этом убедилась и пытаюсь всегда иметь что-то полезное именно на свой там перекус, или на ужин, или на завтрак, или на обед. Перед кафе что-то перекусить, это я даже этот лайфхак использую, когда не иду, то есть тут два варианта похода в ресторан, когда ты идешь действительно вкусно поесть какое-то любимое блюдо в ресторане и прям вот все, насладиться по полной программе. Тут особо не думаешь уже про калории и прочее, а когда ты идешь на встречу с кем-то, либо какое-то мероприятие, тут я всегда что-то поем, чаще всего это причем протеиновый какой-то смузи, чтобы именно был у меня нужный процент белка. А вот Мэй как раз пишет много про крайности, про разные диеты и упоминает про то, что, ну вот про белок, про такие диеты не встречал еще ни одного человека с недостатком белка в организме. И тут я немножко померила Мэй по себе, потому что она упоминает про свою любовь к углеводам, что она в целом углеводами в основном питается, то есть это каши, яблоки, там фасолевые супы, в общем, ну, такое все. И есть пара предложений про то, как ее просто сносит от конфет, что не дай бог там ей конфеты подарят, десерты, вот это вот вообще ее такая слабость, ей очень тяжело остановиться, поэтому она прям себя очень от них отрезает. И вот здесь я, кстати, уловила какую-то такую крайность, вот не то, что, наверное, короче, что-то нервное такое там присутствовало. И я сразу вспомнила себя, потому что когда я мало ем именно белка, я тоже становлюсь таким фанатиком сладенького. Десерты, шоколадные конфеты, это все сразу мое. И вот думаешь, блин, ну как так? Я не могу, конечно, Мэй посоветовать попить протеиновый смузи, чтобы ей стало легче переносить подаренные конфеты и не возвращать их обратно, что, кстати, мне как-то не очень кажется красивым. Но она, как нутрициолог и диетолог, знает, что для себя лучше, и это, опять же, круто. Также она пишет, конечно, что нужно больше двигаться. Я уже говорила, да, что там череда идет таких банальностей. Но в целом я всегда за, когда напоминают про какие-то такие стандартные вещи, про правильные, о которых мы часто забываем. И многих на фоне классных историй жизненных это может вдохновить, мотивировать. Она как раз и упоминала, что на консультациях люди часто говорили ей, что вы нам обходите дешевле психолога, отдаете очень много. То есть она очень хорошо мотивировала людей начать правильно питаться. Одно дело расписать план питания, а другое дать такое что-то человеку, чтобы он сам захотел начать по-другому жить, начать правильно питаться. Короче, у нее это получалось. Потом она пишет небольшую главу про то, чтобы мы все общались со счастливыми людьми. Тут я полностью поддерживаю. И это реально классный совет, потому что про окружение мы часто
читаем разные статьи, советы, что надо от токсиков типа избавляться, но не всегда это так просто делать, и мы, знаете, быстро очень, кстати, привыкаем к нудным и негативным людям, но всегда в итоге выбор за нами, поэтому если вы можете найти себе каких-то позитивных, на ваш взгляд, персонажей в компанию, то делаем это. Например, подписываемся на мой канал. Хотя я тут иногда тоже немножко скулю, но в целом, да, я счастливая. Немножко она про семью опять упоминает, что сейчас она у нее просто огромная, и они даже как-то снимали небольшую гостиницу для всей своей семьи, как они опять же там круто тусили, и как комфортно всем вместе, и каждый чем хочет, тем занимается. Если кто-то хочет почитать, он идет читает. Как-то они собрались там за столом, и Мэй сидит со своей сестрой и говорит: слушай, я что-то вообще так устала от этого шума, такая, и я тоже. Взяли бутерброды и пошли к морю. Короче, действительно, идеальные отношения, классная, потрясающая семья. И Мэй, конечно же, пишет о том, что не боится старения, и это неудивительно. Она также пишет, что в целом и не думает об этом. И опять же, это неудивительно, потому что когда у тебя есть интересы, есть дело, которым ты горишь, и не одно дело, когда тебе действительно хочется реализовываться, то это дает тебе такую молодость, мне кажется. Ведь молодость – это в первую очередь энергия. Вот этот вот драйв, какой-то такой правильный адреналин, который заставляет тебя создавать что-то новое, творить. И это можно делать в любом возрасте. И опять же, возвращаясь к ее семье, она упоминает, что ее мама рисовать там начала тоже, и там у нее руки уже тряслись, и она поэтому освоила рисование на планшете, где с этим было поспокойней. Ну, то есть, короче, они там, никто не унывал. Я в итоге влюбилась прям в эту семью, мне кажется, это потрясающе. Очень расстроилась, когда заканчивался блог именно про их путешествие, про их семью, но периодически она там немножко упоминала, но вот действительно хочется прям побольше про ее детство с ее родителями, с ее братьями и сестрами, потому что эта семья одно большое изобилие. И Мэй сама пишет, что даже ни с чем она была в достатке. И это действительно так. У нее столько было любви в семье, столько ей заложили этого, передали, что даже когда ты на мели, у тебя в достатке только проблем, но все равно ты наполнен жизнью, любовью, каким-то стремлением, даже когда все очень и очень плохо, ты имеешь внутри какую-то уверенность, что ты выйдешь из этого. И это очень классное ощущение об этой женщине после прочтения книги, без какого-то пафоса. Такое легкое именно женское повествование, которое очень мне понравилось, очень зашло. И приятное такое тепленькое состояние, такое прям послевкусие после прочтения. Ну, я даже не раздражаюсь от большого количества вот каких-то таких простых советов, типа держите спину ровно и кушайте, точнее, ешьте правильно. И давайте за финалем. Я всегда вношу какие-то цитаты в заметки. Вот, кстати, вчера ходила на спектакль и пожалела, что нельзя, как в телефоне, сохранить цитату. И что я себе сохранила? Когда чего-то хочешь, надо просить об этом вслух. Это факт, и мне кажется, очень важно доносить это до детей. В каком-то формате они это знают, они могут клянчить какие-то игрушки, но надо, чтобы они действительно в базе это имели, что если они что-то хотят, пусть они об этом говорят. И как-то поддерживать, давать обратную связь, чтобы оставалась потребность в этом высказывании. Ибо если мы часто говорим, что мы чего-то хотим, но в итоге не видим результата от своего заявления, то мы и перестанем говорить. Мне кажется, с детьми так же. Поэтому вот я себе это выделила. Кто бы мог подумать, что седина даст толчок моей карьере. Да, здесь, мне кажется, прям звезды ей благоволили, потому что вот этот тренд пошел вот не то что с нее, но она прям вот как-то попала в эту историю. И я знаю, что мир действительно так устроен, что когда ты много отдаешь, когда ты стараешься, ты такие вот вознаграждения получаешь, когда просто решишь не красить волосы, потому что уже устала, задолбалась, и вдруг говорят: нет, а мы хотим именно такие седые волосы. Сейчас нет никакой седой модели, давайте мы вас возьмем. Вот это не просто так. Человек постарался. Планы всегда можно поменять. Это я люблю. Если дети не приучены к роскоши, они умеют выживать. Вы не обязаны их баловать. Это факт, да.
Вот сейчас после записи видео подчищу корзину на Wildberries со всякими Дашиными хотелками бешеными. Иногда лучший план – это принять чью-то помощь. И Мэй, кстати, в книге там пишет про помощь, и это очень такие тоже трогательные моменты. И тут я тоже согласна, сама знаю по себе, что действительно это может быть хорошим планом. Помогайте окружающим не для того, чтобы получить что-то взамен. Просто делайте добро, потому что это приносит и вам радость, и улучшает чью-то жизнь. Это факт. Иногда приходится делать то, что выходит за рамки вашего комфортного. Вот этот интересный фрагмент. Когда мне нужно было продвинуть свой бизнес в сфере нутрициологии, я договорилась с ними, с детьми своими, о бартере. Прочитала их сотрудникам лекцию о здоровом питании, а они сделали мне веб-сайт. Он состоял из 4 страниц. Думаю, я была первым диетологом с собственным веб-сайтом. И это очень крутой момент в том, что она ценила труд своих детей. Не то, чтобы сделай там мне бесплатно, нет, это были такие партнерские отношения, когда она показала, что даже тут не то, что показала, а понимаете, насколько это в базе? Я не знаю, может быть, они, конечно, там такие так, ну ты сделаешь, не сделаешь, ну вряд ли, потому что, грубо, когда ты читаешь книгу, ты понимаешь, как действительно там строятся отношения. И вот этот момент просто суперский. И еще одно из работы ребят. В то время мои сыновья занимались самыми передовыми технологиями. Когда они запускали Zip2, то часто просили меня протестировать программы, их обновления до официального запуска. Если я не понимала, что к чему, они меняли настройки так, чтобы разобраться мог каждый. Вот это вообще тема. Когда ты делаешь что-то на компьютере, какую-то программку, я слышала уже этот совет, дать своему самому старому члену семьи, там, прабабушке, прадедушке, и вот если он что-то где-то не понимает, меняйте так, делайте, чтобы было понятно самому, вообще, вот, ну, тупому сейчас не скажешь, в общем, короче, любому человеку. Но цитаты сохранила здесь немного, потому что больше, конечно, берешь именно от общей картинки, общей истории, которая мне понравилась. Мне очень понравилось, что я увидела семью большую, классную, и в очередной раз это мне подсветило, насколько я это ценю, насколько я считаю, что это база всего, что то, как родители относятся к жизни и транслируют это детям, как дети включены в их жизнь, как вообще строится вся коммуникация, вот эта демонстрация уважения, даже не то, что демонстрация, но просто тоже все это в базе уже есть. Короче, это очень приятно, когда у тебя есть какие-то убеждения, представления о том, как правильно, и ты находишь подтверждение из вот таких вот подобных историй. В общем, книга мне понравилось. Рекомендовать читать, не знаю, вот, ну, в целом можно, вот серединку, такое вот лайтовое чтиво, хотя, я думаю, многие ее и так уже прочитали. Если вы прочитали, делитесь в комментариях, как вам и что больше всего вам понравилось в этой книге из жизни Маск. Мэй, господи, надо запомнить. Короче, я довольна. Плюс еще одна 16-я книга, да, в этом году. Нет, обманула. 15 книг я прочитала пока. И это прям, ну, достойно. Я не пожалела. И на этом все. Спасибо большое, что посмотрели. Жду вас в комментариях. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. У нас тут хорошо. Помним, как Мэй писала, что важно себя окружать правильными, счастливыми людьми. В общем, подписывайтесь. Ну и лайкосик, я думаю, вы мне уже поставили. Все, прощаемся с вами. Соскучилась я по болталкам. Вот влог сейчас не записываю, поэтому Катя, говорящая голова, в действии. И до новых встреч, до новых видео. Всем читать. Пока!